упаковка просто. Упаковка, сыр, нормально все. Всем привет, вы на канале Тегенс, мы продолжаем проходить NFS Underground 2 14 Most Wanted. Мустанг, да. Бывает, да. Мустанг, одно и то же. Так, 43-я серия. Спринт, который я там хотел. Записываем еще подряд, вот уже третья серия идет. Потому что, блин, как-то... Что-то изи записывается. Пару гонок и все, и серия закрыта. Красивый ли превью был бы? Не знаю, если пойдет на него. Какие-то последние гонки, прям изи гонки. Не знаю. Ставь лайк, если ты готов к прохождению NFS Rivals. Ты спросишь меня, почему не Most Wanted? А я скажу, потому что один человек, он предложил пройти Rivals, почему бы и нет? Это во-первых. А во-вторых, я просто сам хочу отложить прохождение Most Wanted. Я его очень хочу сделать, но хочется сделать перерыв после Under 2. Ну, как-то не сразу Under 2 и Most Wanted. Сразу Rivals. Сразу Most Wanted, ну не, подожди. Это Most Wanted, надо как следует подготовиться для него. Green screen, там все дела. Хромаки. А, это спринт. Изи. Приготовился, что-то думал, блин, круг. А это, блин, спринт. Ты еще такой круг, так сильно спринт забываешь, думаю, это спринт. Бля. Фига, изи было просто. Вау-вау. Кто и врагу? Вот мы доехали до Street X, должен был искать секунд 5 назад. Но я заснул. Красиво сделают красную машину. Это как будто Сильда, но Сильды здесь нет. Из-за тачки. До свидания. Очень классная тачка, но до свидания. А вот ты. Блин, ты всегда был по 4 круга? Да. Нет, где? Я это хотел сказать, единственное, из которого ненавижу, тут всегда 4. Каждый раз. Не меняется никогда, когда раз 4 круга есть. И все стороны. Профлига хотя бы меняется. Но правда, если там 3 круга, ты знаешь уже, что тебе 3 профлига надо проходить. Да. Один круг, одна. Два, два. Ага. Офигеть. Быстрый зато. Да, если тебя не затихну. А, ну да, если постараться не делаешь. Угу. Круг круга. Йо. Так, у меня только нет. Я тут совсем быстро. Ладно. Весь они, они там отстали ровно прям по этой. По интервалу.
трехсекундному. Слышу. Come on. Подача отменили. Макс-бак. Ну тут еще комарики пройти летают, так что. Мало не летают. Йоу. Изи? Где он все-таки прицепился? А, это 3000 GT это. Подожди, а что за машина 3000 GT? Я не знаю. Так, Google. Так, поеду я на профлиг, потому что надо побольше профлиг, надо денег на Эйп. В аэропорт. Увидимся через пару секунд. Почему я говорю, увидимся? Кстати, может быть. Ну, потому что с мотором, да. Прикол. Красный еще типа столько. А я слышал, как это Mitsubishi, да, вот похоже на это было. Mm-hmm. Видимо, она и есть. Это так я привык к Эвику, так что Эвик One Love. А, ладно, поехали сюда сразу. Сюда ехалось. Мне не очень нравится этот Орел, но ладно, поедем, пофиг. А это что за тачка? Почему нормально нельзя было сделать пост? Слышь, много вопросов. Слишком много просишь от игры, которая 19, да? Почти. Тут графика вообще, если подумать, это в четвертой. Да вообще. Ну, помню, в Москве играл, в Кашире. Бабушка смотрит, ой, здесь машина как настоящая. Mm-hmm. Да и здесь уже, в принципе. Mm-hmm. Не, блин, Under 2 лучшая гонка. Если ты чё. Несмотря на все новые вышедшие NFS. Mm-hmm. Что-то выходит из моды, а что-то вечное. Вот, как, есть машины 60-х годов, muscle car, форсажи Доминик использует. Mm-hmm. Они еще смотрятся вполне. Как же эти? Так, что-то их не догнать. Я не смотрел. Я смотрел на это, на кто на каком месте находится. Фигурки. Вообще вперед не смотрел. Фигурки. Жесть. Нормально. Блин, мне нравится их белая подсветка. Ё-моё, мне не нравится красиво. Это. Я не сказал, посмотри, посмотри. Ты как лазер лук. Ну что, по стенке придется применять, что ли? Да не, я догоню. Шотвёрты. Ух ты. Видишь, я применил поворот так, умею смог там. Вписаться нормально. Вы так не справились. Вот здесь он бы справился вообще на изи, потому что здесь... здесь Хачироку на 300 спокойно едет. Mm-hmm. Без проблем. Scavenger.
Ой, бля, вот когда смотришь и не получается, нормально. Да не смотришь, бац. Кругов три. Блин, ну мне кажется, я их не догоню. Шанс. Бой свой. О, до свидания. Че? Ага. О, фига себе. Еще на ноги можно ехать. Фига он с азотом едет, но... А здесь тоже нормально. Там ненормально после финиша. А, иди отсюда. Ты здесь все агрессивный. Бля, где сюжет? Давно не было сюжетных поворотов никаких. Тихо. Вот, все жди. Нормально. А, я четвертый. Нормально. Не, здесь какой-то сюжет ощущается все-таки. Давно его нет, вот, очень давно. Да, давно нет, но тебе не ощущается игра пустой, в отличие от NFS Hit. Хотя надо мутиться хотя бы по третьему. Хотя... лучше, еще лучше вторым. О, блин, вот они на изи проходят, я тут старый раз не врезался. И вот перед финишем. Не, естественно, третьим приеду уже фигничка будет. Так, теперь дай мне проехать. Скорость. Мог бы их догнать. Так, может по стеночке? Ну, похоже. Хотя здесь не особо там нужно. Ой-ой-ой, это даже опасно. Вау. Зачем? При мне... мне в лом переделал, пускай четвертый будет. Фух.
АПС-48, RSX, 240SX. Сейчас везде X. Главное, что все будет в конце. Три икса, опасайся. Адам, Ник, Алден. Хорошо, мы запомним ваши имена. Но мы не запомним тачки. Ладно, вот эти две впереди, их надо опасаться. Вот. Это опасно. Следующий вид, все. Так, это должна быть изи гонка. Она даже быстрее. Это уже финиш реально. Все, минутка. Как в андеграунде первом. У них фантазия была, блин. Первый андеграунд, второй. Даже физика другая. У нас вон тут вообще кардинально изменился. Все это за год делалось. Сейчас новые NFS минимум 2 года создают. Не, в конце по стенке будет стопудово. Следи. Оп. 57, это дря, а? Да. Кстати, если мы какую-то деталь берем, нам снимут 10 тысяч звезд. Типа, ну типа там же должно быть 10 тысяч плюс. Что такое? Не, ну они все там начали появляться. Ладно, да, давай постепенно. 2-5-1-1-5. Что у нас еще одно? Один. Это все? А, след. Фух, я испугался. Подожди, назад. Ник. Ник и Адам. Алден все, уехал. Ника больше, конечно, да. Не, ну да, здесь должно было быть три гонки, три этапа. Back to the roots. Я сейчас 30 тысяч должно быть. Плохо. Может вообще. Там не знаю. В следующей серии это какую-то гонку, я опять профлигус. Чтобы быстрее накопить, успеть покататься на Эвике. Блин, это еще быстрее. Офигеть. 46 секунд. Адам это на 240SX, что ли? Нет, по идее. Да. Вот. Джеймс на 240SX. Не, Ник на 240SX. А, Ник. Тут какой-то надо.
Нет, у него не был DSLR, у него был RSX. Нет. Да? Угу. Ну ладно. Пойдем. Я не помню. Может, Адам тот босс? Я не помню, кто это. 44. Назовем 43, как серия А. Тинкер. Блин, четко, мне понравилось. 7-3, давай! Да, я смог. RSX-ник. Адам Рисок. Да. Это абсолютно победа. Класс. Мне понравился, Я вижу четвертое место. А норма. Ну что ж, я предлагаю на этом мы завершить сегодняшний сет. В смысле, сколько у нас денег. Офигеть, нормально. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем удачи и всем пока. Пока. Вот, кстати, есть твой драк. Если захочешь, конечно. Ты сколько у нас? Гонка, Саня, сейчас посмотрим.